Форт Гале, расположенный на юго-западном побережье Шри-Ланки, является выдающимся примером европейской фортификационной архитектуры, сочетающейся с южноазиатскими традициями с XVI века и до наших дней. Построенный португальцами в 1588 году и значительно расширенный голландцами в 17 веке, Форт Гале является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своей хорошо сохранившейся структуре, включая массивные стены, цитадели и великолепные ворота. Внутри стен форта находится живописный лабиринт улиц, усеянный историческими зданиями, музеями, кафе, магазинами и бутик-гостиницами, отражающими колониальное прошлое Гале. Прогуливаясь по стенам форта, посетители могут насладиться захватывающими видами на Индийский океан и встретить закат, который считается одним из самых живописных на острове. На сегодня все. Надеюсь, наши советы оказались полезными для вас и помогли сэкономить во время путешествий. Если это так и вы хотите поддержать нашу работу, просто нажмите на ссылку «Спонсировать» под этим видео. Ваша поддержка всего лишь по цене чашки кофе поможет нам продолжать создавать качественный и информативный контент для вас. С вами была Анастасия Букина и проект «Ехать надо». Пока-пока!